Постановку «Князь Игорь» театра оперы и балета перенесли не из-за испорченных костюмов. Ранее в некоторых СМИ появлялась информация, что сценическую одежду главных персонажей спектакля испортили крысы. В администрации театра нашему телеканалу сообщили, премьера, которую анонсировали на 21, 22 и 23 февраля, состоится позже, по предварительным данным, в начале апреля. Ее отложили из-за того, что театр еще не получил необходимую декорацию. Она представляет собой круглую платформу диаметром 8 метров, которая свободно вращается. Декорация изготавливается в Китае по специальному заказу. Таможня числа 5 февраля задержала этот круг. И вот только 15 числа вопрос разрешился. Только получили разрешение. И сейчас вот платформа, она уже на пути к нам. Она где-то прибудет к нам 22-23 февраля. Поэтому, сами понимаете, что никак мы без этого не сможем поставить спектакль. Кроме этого, мы должны еще отрепетировать, посмотреть, как она будет использоваться у нас на нашей сцене. Ну а что касается костюмов, то они целые. Реставрации подвергнут только сценическую одежду хора, так как на ней были обнаружены потертости.